Ах, простите, я вас принял за своего папу. Извиняюсь, это ж мой фамильный портсигар. Вы меня узнали? Лимон, держись около меня. Садовский Юрий Николаевич, инженер. Здравствуйте, инженер. Садитесь. Вам известно, что мы строим? Слыхал, в Бутырках. Плохая информация. Какое у вас было дело? У меня не было преступлений. У меня были товарищи по институту. Их раскрыли. Они признались. Вот, с ними взяли и меня. Вам придется у нас работать. Завтра примите строительство как инженер. Простите, я ничего не понимаю. Меня сослали сюда на 10 лет. Я ж заключенный. Я преступник. Здесь будем начинать новое. Усвоите это, инженер. Гидротехнику здесь много работы. Ознакомьтесь со строительством и напишите мне доклад. Хорошо. Приказывайте. Проводите инженера. Есть, гражданин начальник. Здорово, урки! Щелк, чертовой матери! Когда придете в себя, приходите извиняться. Костя, капитан Ростовской. Мы любим людей воспитанных. Народных. Из своих до гроба. А вообще, дамы здесь имеются? Дамы? Сколько угодно! Одну минуточку! Вы или ваша копия? Как вы попали на этот курорт? Так же, как и вы. Соня! Ну, здравствуй, Софья. Откуда тебя взяли? Из Крыма. А тебя, Костя? С Батума. Думал уехать в Турцию, а попал на границу Финляндии.
бурная жизнь. Бежать надо. Здесь плохо, Костя. Очень плохо. Сонечка, держись за меня. В лагере много чекистов? Нет, мало. Что они думают? Строят какой-то Беломорский канал. Зачем? Не знаю. Заставляют работать. Интересуюсь, как это я буду работать? Я бы посмотрела. Слушайте, Соня, а вы еще не записались строить социализм? Я записалась. Эх, узнаю тебя, Сонька. Чекисты, ромбы, вот кого я ненавижу. Работать? Интересуюсь, кто здесь завтра пойдет работать. Это общество со мной согласно. Прощай, Софья. Не марай нашу честь. Грязная тачка, рухни пачкой. Ха-ха, это дело перекурим как-нибудь. Грязной тачкой, рубни пачкой, ха-ха, это дело перекурим как-нибудь. Я строитель, садовский энтузиаст. Как ты мог это подумать? Ну, Юра, тебя же прямо с поезда назначили главным инженером. Я решил, что ты здесь собираешься строить, распоряжаться. Это липа, мой друг. Понял? Я тебя знаю, Юра. Инженеру Боткину поручено проектировать деревянные шлюзовые ворота. Да, поручено. Проектирую. Перековка. Послушай, Садовский, как они будут перековывать тебя или меня? Глупо и скучно. Когда же вы сдадите ваш доклад? Я еще не ознакомился с участком. Вот, знакомлюсь. Торопитесь, инженер. Мы опаздываем со строительством. Колесу больше тяжести, а к рукам меньше, тогда тяжесть пойдет на баланс. Возить-то ведь легче будет. Доски надо посыпать песком или опилками. Понятно? Понятно, гражданин начальник. Ну, валяй. Инженер Садовский, почему не покажете им, как надо работать? Люди мучаются, а зря. Прикажите, чтобы их получше обмундировали.
Вы же производственник, практик. Вы должны уметь заботиться о людях. Смешно. Работаешь, пижон? Ай! Зарабатываешь! А? Что случилось? Из 12-го барака только один вышел на работу, его избили. Ну, давайте его сюда. В 12-м бараке завелся какой-то спец. Пора заняться этим бараком. Чего удеваете? Имейте в виду, что люди из этого барака на вашей ответственности. Есть, гражданин начальник. Перебиты поломаны крылья, дикой болью всю душу свело. Как осина серебряной пылью все дороги мои за него. Как осина серебряной пылью все дороги. Да ты не серчай. Вот я, например, полагаю тебя задушить, но я не позволю себе серчать. Ты покажи ей, как бить сердце. Покажем. Улыбнись! Моим думам угрюмым в ответ. Я совсем еще молодая, а душе моей тысяча лет. Я совсем ведь еще молодая, а душе моей... Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый, крепкий... Ох, тоска! Потушить это пламя в груди, чем Россия проклятую скуку. Ша! Начальство идет!
Здравствуйте, гражданин начальник. Здравствуйте. Здравствуйте, гражданин начальник. Здравствуйте. Думала, и этот агитировать будет. Я про тебя слыхал. Ты ж совсем молодая. Смотря для чего. Для того, чтобы жить. Кем? Мила. Не скрываю. Ты второй месяц отказываешься работать? Ошибаетесь. Я 15 лет отказываюсь работать. Бежать думаешь? Как посоветуете? Не советую. Все равно поймаем. У вас дело поставлено. Не зря хлеб едим. Видно. Не скрываем. Отец был крестьянин или рабочий? Рабочий. Металлист? Железнодорожник. В крушении погиб. Понятно. У меня тоже. Отец был рабочий. Умер от чахотки. Понятно. Прощай пока. Что ему понятно? Юрка, ты сегодня, ты все знаешь. Объясни, что значит, что отец тоже был рабочий. Объясни, ради Христа! Ох, Сонька, ты отравишься, клянусь Богом! Иди к Косте. Никто нами не командует, мы сами не хотим работать. Брось, друг, я сам отбывал заключение, меня не обманешь. Почему у вас синяки? Вас били. Это я ребенком из люльки упал. Что же вы умеете делать? Да ничего. А воровать умеете? Я не вор. Я мошенник. Я печати подделываю. Покажите-ка. Пожалуйста. Пожалуйста, печать милиции идет на липовые паспорта туда-сюда. Цена 100 рублей. Ну скажите, ну зачем мне работать, а? Митя!
Друг! Душа! И ты здесь, а? Здравствуй, Саша! Витя! Саша из барака Филонов. Их держит в руках крупный рецидивист. А кто, не говорят. Витя! Саша, ты меня помнишь? Помню, помню. Костю капитана к вам привезли? К нам, к нам. Митя, Витенька. С Костей капитаном я сам поговорю. Ты ударник? Да, ударник. И ты будешь ударником. Товарищи! Товарищи! Не выдавайте! Он убьет меня, дорогие! Он убьет меня! Митя! Митенька! Дайте мне жить, Митя! Успокойся, Саша. Витя, он убьет меня. Витенька. Успокойся, Саша. Все будет в порядке. Вам нужен хороший художник? Вот, рекомендую. Сашу. Кури. Ну-ну, без подхода. Я воровка, я бандитка. И нечего мне курить с советскими генералами. Что верно, то верно. Ты бандитка. Сколько лет получила? 10. Ты закури. Курить-то ведь нечего. Ладно уж. Благодарю. Тебя Соней? Зовут. Соней. Давай, Соня, поговорим по-человечески. Дура. Ты кого страшишь? Девчонка. Ты соску сосала, когда я получил вечную каторгу. За что? За кого ты думаешь? Замолчи и утрись. Думала ты когда-нибудь, что тебя ждет впереди?
на лед и ходила? Конечно. Убивала? Конечно, да. Я ведь не допрашиваю. Понимаю. Ну, Соня, расскажи мне по порядку свою биографию. А что уж тут рассказывать-то? Если моя жизнь кому во сне приснится, тот проснется в холодном поту. Ребенка у тебя на воле не осталось? Сына, дочери? Не знаю. А у меня вот дочь. Горжусь. Хорошо, начальник. Запишем, что я самая низкая тварь. Кончено. Можно уходить? Торопишься? Приятели водку заготовили. Иди напейся. Придумай побег, налет. Опять тюрьму, этапы, лагеря. То же самое. Ничего нового не придумаешь. Расскажите чего-нибудь поновей. Послушаю. Сколько тебе лет? На вид лет 30. А на самом деле? Не считала. Хочешь учиться? Я? Учиться? Да. Чему? А это к чему душа у человека лежит. Тебе еще не поздно инженером сделаться. Ни черта не понимаю. Да вы что со мной так разговариваете? Что вы мне, отец? А ты не волнуйся. Грамотней будешь, поймешь. Почитай вот, что Максим Горький пишет парню одному из ваших. А парень почище тебя был, бандит. Максим Горький письмо пишет? Да-да. Иди сюда. Если правда, то давайте. Садись. Три часа разговаривать с такой ничтожной гадюкой и носить три ромба. Не понимаю. Ждал по-дружески вместе выпить. Я пить не буду. Соня, что с тобой? Ты заболела? Я дала слово. Я сама дала честное слово. На моих глазах погибают лучшие люди. Уничтожается соль земли. Интересуюсь, как это они меня перевоспитают?
Митя, откуда вы такой марксист? Вы же были знаменитый бандит. А теперь вы навеки испорченный человек. Вы серьезно думаете, что я буду колупать эту землю? Врешь, Костя, будешь. Митя, вы утратили пару шариков. О, вы носите медаль. Вы фараон? Это значок ударника. А что это значит для жизни? Я имел 10 лет, а теперь имею 6. Я построю канал и уеду. А я плюну и убегу. Тебя поймают и привезут обратно. А я уеду свободным гражданином. Ну, мне надоели эти разговоры. Уйдите отсюда. Мы понимали друг друга со взгляда. Слушай, капитан, пора кончать. Шарики, слушайте меня! Кто со мной? Поднимите руки! Кто с ним? Ваша карта бита. Опять пришли царапать мою душу. Друг, мы ведь тоже были преступниками. А я был и буду преступником. Я не хочу быть честным. Я убийца. Ну зачем это? Что? Работать, да? Слушайте, медик, я за себя не отвечаю. Вы истечете кровью. Отойдите, медик. Свяжите его. Вы наивный человек. Thank you.
Пока они крови не увидят, они не отстанут от меня. Я честно протестую. И если они, я отрублю себе руку. Ты меня знаешь? Тебя знаю. Мне веришь? Тебе верю. Ты сейчас дурак. Неужели? Перевязывайте, не бойтесь. Чего они от меня хотят? Зачем им надо, чтобы жулики работали? Чего же прятаться-то? Красивенькая работа. Узнаю мастера. За такие дела большевики ордена дают. Что ж, 5 месяцев не прошли даром. Да вот возился от бессонницы. Скажи прямо, помилование зарабатываешь? Дурак. Там на воле мы с тобой рассуждали по-иному. А мне надоело рассуждать. Я хочу работать. Инженер, изобретатель. Поймите, вы мне стыдно вот этих вот моих рук. Прощай, инженер Бот. А мозг к черту с вашими драмами. Квартиру Громова. Гражданин начальник, видите ли, вы можете меня сейчас принять? Говорит инженер Боткин. Можете? Иду. А ну покажите, покажите. Интересно и красиво. Мой доклад. Хорошо. Вам известно, что проект инженера Боткина прошел научные испытания? Слыхал.
А сколько вам надо лесу? Можно прикинуть. Поздно. Дело новое. А вы знаете, где получить лес? Вокруг. Значит, вы не знаете, сколько вам надо лесу, где его взять и когда сплавить. Мне не о чем с вами говорить, инженер. Проект я сдал. Что мне делать дальше? Поедете отбирать лес. Сейчас я вас свяжу с массой. Все исполнено, как приказали, гражданин начальник. Не подведут? После такой подготовки? И почем? 3 месяца работали. Не, подвести не должны. Ребят все знакомы. Ну, давайте его сюда. Видали? Прекрасный водолаз. Цены нет. Вепрон готовлю. А какой был жулик, а? Старой школы. Неужели он работает? Трудно поверить. А почему? Вы же, например, работаете. Ведь я же не вор. Ха. А он не вредитель. Положим, это верно. Дорохов. Совершенно верно. Это ты командуешь в 12-м бараке? Прошу мне не тыкать. Заключенную полагается вежливое обращение. А я с тобой хочу поговорить неофициально. Вы начальник. Тебе ровесник. Какого года? 98-го. А я 9-го. Мало ли кому ромбы дают. Погляди на себя. Умный человек, а как упал, ничего нет. Радости, чести, родины. Грязь, водка, проститутки. А у тебя кипит энергия, воля, ум, талант. Брось, начальник! На, веди! Расстреливай! Садись! Ты назначен начальником экспедиции на сплав леса. Садись! Я тебе даю задачу. 5 суток сплавить лес. Гляди сюда. Отсюда мне надо вырвать самый богатый лес. У меня все люди на работе. Собери своих ребят, уводи всех. Инженер, покажите ему, зачем нам нужен лес. Пожалуйста, сюда. Этот шлюз, который мы строим. Здесь будут подниматься пароходы. Наверх. Неужели? Это ворота. Вот. Вот они-то и должны быть построены из особого сорта леса. И этот лес ты должен сплавить в 5 суток. Иначе гроб, катастрофа. Прими под расписку оружие. Оружие? Расписывайся. Ну? Оружие числить за начальником экспедиции. Есть. Пиши. Фамилии? Петин, Пыжов. Идите сюда. Заключенные Петин и Пыжов. Вам доверяется оружие. Вы включаетесь в отряды охраны лагеря.
вы будете нести службу стрелков с честью и дисциплиной красноармейцев. Вы поступаете в распоряжение начальника экспедиции по сплаву леса. Идите принимать припасы. Сегодня отправляетесь. Ну, ты что? Может, своих ребят боишься? Не справишься? Говори прямо. А ну! Давай! Костя, открой нам карты. Зачем такие запасы? Если вам устрою темное дело, вы меня разорвете на нитки. Вы меня поняли? Работает, а? Вы хотите со мной спорить? Над нами никого не ставлю. Я один хозяин этого дела. Вы мне доверяете? Прошу на этот крейсер. Посчитай, поймешь многое. Я очень люблю русскую литературу. Табак! Табак принимать! О. Ну что вы их щупаете? Первый раз видишь такого недоверчивого клиента. Если все клиенты были бы такие, как я, то ваши детки имели бы папу у себя дома. Ну, судьба. Расписывайся. Вам неудобно ходить? Брось, Костя. Ты воруешь у товарищей честный трудовой паёк. Ты кусок сволочи. Ты будешь иметь со мной встречу, капитан? Принимаю. Сестра, не прикладывай рук своих, сделала зиждиться! Тьфу! Тьфу! Анафема! Тьфу! Тьфу! Костя где? Беги скорее на пристань, а то уедет. Куда? Не знаю. Погрузка закончена, гражданин начальник. Люди все? Все, кроме одного по кличке Лимон. Костя, куда ты? Куда? Куда он едет? Костя едет работать. Интересуюсь, почему не даете полный ход? Спешить некуда. Слушайте, капитан, вы давно купались? Мои гладиаторы могут вас искупать. Полный! Я выполняю ответственные государственные задания. Давайте самый полный. Что вы меня учите? Капитан,
Мне терять нечего. Самый полный. А теперь с вашей головы не упадет ни один волос. Ну и пассажиры. Гражданин начальник. Что, Соня? Теперь я даю вам слово, что пойду работать. Верите? Верю. Мадемуазель, скажите, где находится кабинет начальника? Вы идете прямо к кабинету. Благодарю вас. Спасибо, Дорохов. За эту работу мы тебе сбавим год заключения. А ребятам твоим зачеркнем по 3 месяца. Садись. Пиши рапорт. Только без воровских слов. Ты, говорят, знаменитый баянист. Наиграл когда-то венгерскую рапсодию. Выпишу тебе из Москвы баян. Слушаю ваше приказание. Что это у вас на пристани за шум такой, а? Лес пришел. Берем на берег. Лес пришел. Удивительно. Откуда же он взялся? Какой-то бандит с инженером Боткиным постарались. До чего у нас дошли инженеры? Лес сплавляют с бандитами. Инженер, вы давно знаете, что я вас понимаю? Чему же разыгрывать петрушку? Доклад. 1500 иностранных слов. Громов ни черта не понимает. За иностранные слова не спрячешься, Юрий Николаевич. Вы думаете, что государством управляют легкомысленные и невежественные люди? Я вот соберу инженеров и прочитаю им ваш доклад с моими комментариями. Вас на смех поднимут. Вы культурный человек. Не понимаете, почему вам в руки дали огромное дело? Зачем я, чекист, разговариваю с вами на эту тему? Юрий Николаевич, вы становитесь старомодным, смешным, никому не нужным мертвецом в жизни. Этот разговор входит в программу взаимоотношений начальника с подчиненными? Большевики, как вам известно, всегда действуют по программе. Свободный инженер. Верните мне доклад. Я сейчас все изложу на 3 страницах. Садитесь, пишите. Только без иностранных слов. Инженер Садовский. Вы просили разрешение на приезд матери. Разрешение вам дано. Хозяина дома нет. Неужели? Да. Ах, какая жалость. Ну что ж, подождем.
Тише, сволочь! Кто там? Кого обставляешь? Ах, это вы! Я вас не узнал. Здравствуй. Ты герой. Хорош. Это опечатка. Это досадная опечатка в моей жизни, Софья. Даю тебе честное слово вора. Пусть эта шпана работает, но я никогда. Значит, не о чем говорить? Не о чем. Прощай. Почему? А я пришла вызвать этого героя на соревнование. Как вы сказали? Сонечка, я вас плохо вижу. Вы же малокровная женщина. О таком барахле в газетах пишут. А, вы мне завидуете. За тебя другие работы. А ты карьерист, пахан. Софья, я женщин не бью, я их давлю. Я не боюсь вашей нежности. Принимаете соревнования? Пожалуйста. 150%. 200. Распишите. Давай. На-на-на-на-на-на-на. Слыхали? Слыхали. Ну так вот. Кого шукаєте, мамо? Сина. Ех, мамо, тут много синов. А як його фамілія? Садовський. Того чоловіка ми знаємо. Та ото ж він. Я его в Тараксине купил. Простите, но это портсигар моего мужа. Очень жаль, что он продал его в Тараксине. Но он умер уже 10 лет тому назад. Тем хуже для него. А вы кто такая? Я мать Садовского.
Возьмите эту игрушку и скажите вашему сыну, что это последняя краденая вещь в жизни Кости капитана. Что вы здесь делаете? Я мать садовского инженера. Скажите, где он может быть? Сейчас увидите своего сына. Садитесь. Что это за план? Кому вы очки втираете? Как вы работали на свободе? Так же, как и вы. Понятно? Вижу. Кто-то? Вот и ваш сын. Ну, ребята, по директиве наших руководителей, лучшим, честным людям канала дадим большие льготы. Так что все, ребята, теперь зависит от вас. Будете хорошо и честно работать... Стойте! Стойте! А учиться пойдете? Ну, тогда качайте. Я еду на каторгу и ничего теперь не понимаю. Сынка, а он загорел. Окреп! И ты теперь начальник? Начальник. И в сапогах. Ну, какая же это каторга? И все у большевиков не так, как у людей. До сих пор не могу понять, за что тебя сослали. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается ветка, городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена. На завтрашнем штурме мы отнимем у Соньки красное знамя. У этой женщины сердце тигра. Что вы там шепчете? Так, психологические переживания. Скажите, кто вы? Знаменитый летчик. Завоеватель Арктики. Личный друг маэстро Чухновского, слыхали? О, да? Расскажите, как вы летали на Северный полюс? Я много раз летал, Маргарита Ивановна, но всегда садился. Теперь собираюсь лететь без посадки. Жизнь – очень трогательная комбинация, Маргарита Ивановна. Вы говорите загадками. О чем говорить? Довольно слов.
Бессердечная сволочь сделала этот инструмент. Ну, стоит ли волноваться за такого пустяка? Приходите ко мне, я дам вам клею. Влюблены? Счастливы. Богатый муж. Он авиатор. Он на полюс летал. Авиатор? Летал. Это он? Бандит? Ах, ужас! Макс! Мой милый Макс! Макс, вы никому не расскажете. Маргарита Ивановна, Маргарита Ивановна, вы обещали мне дать клея. Зачем? Вы что, не узнаете меня? Но, мадемуазель, у меня большое горе. Одолжите мне две капли клею. Макс, скажите этому гражданину, что мы сами сидим без клея. Это же не Москва. Здесь ни купить, ни украсть. Эх, мадемуазель. Стой! Подравняй! Костя где? Не знаем. Сорвался капитан. Старый вспомнил. Душа заиграла, бежал капитан. Клянусь, если Костя капитан запачкал это знамя, клянусь, я убью капитана. За одну низкую сволочь, которая недостойна капли пота, мы пойдем назад, мы первые люди на канале! Назад? Притоны? Тюрьмы? А зачем Костя изменил? Мы ему верили, брали с него пример. Костя умер, а мы будем жить. Ушел из барака давно и не возвращался. Меры какие-нибудь принимали? Разыскиваем. Что же, ничего не слыхать? Ничего. А как же соревнования? Что же срывается?
Не думаю. Эх, комендант, святой вы человек. 2 года вы здесь и не научились обращаться с людьми. Вы уверены, что Костя бежал? Следов побега нет, но пропал человек, исчез. А кто это Маргарита Ивановна? Секретарь Садовского. Вот дура. Ступайте. И через час доложить мне, где Дорохов. Есть, гражданин начальник. Порядочный молодой человек. Вы боитесь иметь дело с вором. Что, что за счет? Я тоже растратчик. А я бандит. Мне нельзя дать каплю клею. Но я могу воровать. И я пришел грабить. Я буду калечить порядочных молодых людей. Пожалуйста, пожалуйста, я могу подарить. Пожалуйста. Танцуй. Бандит будет веселиться. Простите, не понимаю. Танцуй, гад, передо мной! Шутки, вы... Эх, мадемуазель, зачем вы были такая мелкая стерва? Бежал? Да. Куда? К вам. Ну, говори. Гражданин начальник, вы мне подарили замечательный баян. У баяна открылся клапан. Я пришел попросить 2 капли клею, а меня прогнали. Ладно.
Дальше я все знаю. Гражданин начальник, поймите мою жизнь. Разве я совсем погиб? Разве я вечный вор? Не жалуйся. Здесь не институт благородных девиц. Иди и работай. Куда? Коменданта. Комендант? Секретаря Садовского Маргариту Ивановну посадите на 15 суток под арест. Да. Интересуетесь? Оправдайся. Я не знал, что вы меня так нежно любите. Бросил. В такие дни бежал. Поймали. Кусок падали. Оправдайся. Я был немного болен, меня вылечили навсегда. И вот рецепт. Голосуем за человеческое отношение к товарищу! Торжественное собрание. Вам придется говорить, я вас предупреждаю. Вы, Юрий Николаевич, и вы, Олег Константинович, досрочно освобождены. И кроме того, правительство и партия награждают вас орденами. Так чудно застегнул. Чудно? Нет, он, дочь, волнуется от радости.
Я ждал час. Я писал, выходило не то. Я трусил. Я обманывал и вас, и себя. Я был вредить. Я совершал преступление. Сознаю. Юрий, что ты говоришь? Да-да, я предлагал Фоткину здесь, на канале, уничтожить проекты деревянных сооружений. А мы это знали. Скрывал. От матери скрывал. Я роптала на советскую власть. А он всех обманул. Скрывал. А теперь не скрывает. Нет, пусть просит прощения у меня. Пойдем-ка поговорим как следует. Мама, ты меня ставишь в неловкое положение. Нет, голубчик, пойдем. Тебя освободили, теперь я с тобой поговорю. Мамаша, я вас уверяю, жизнь очень трогательная комбинация. Поздравляю вас, товарищ Садовский. И вас, товарищ Фоткин. Тогда я остаюсь работать с вами. Я построю гидростанцию на нашей плотине. Вот мой встречный план. Ну что ж, приходите завтра договариваться об условиях. Тоня, ты прячешься от меня? У меня тоже есть дочь. На воле. Теперь скоро увижу. Хороша. Горжусь.